В декабре в Даугавпилсе по адресу Вестура 10 открылся настоящий ирландский паб. Здесь каждый желающий сможет прекрасно провести свое свободное время, как в одиночестве, так и в шумной компании. Среди преимуществ Irish Dublin Pub можно назвать оригинальный дизайн в стиле модерн, прекрасную обстановку, разнообразие напитков, в том числе и безалкогольных, умопомрачительные по вкусу блюда и, что немаловажно, это настоящий рай для любителей спорта. У нас находится более 10 телевизоров, на каждом идет свое спортивное мероприятие. Мы показываем более 40 спортивных каналов, прямые трансляции, на каждом телевизоре свое мероприятие. Сейчас актуальны игры КХЛ, также в ночное время можно посмотреть НХЛ, игры НБА, баскетбол. И к весне готовимся, что будем показывать прямые трансляции польской лиги, где будет участвовать, конечно же, команда «Локомотив». Причем трансляции гонок с участием нашей спидвейной команды можно будет посмотреть на большом экране. Кроме этого, запланированы показы всех этапов мировой серии Гран-при по спидвею. Первый, согласно календарю, пройдет в Словенском Крыжко 30 апреля. Но еще раньше, 28 марта, сезон начнет «Локомотив» с выездной встречи в Кракове. И эти соревнования будут показываться в прямом эфире в Irish Dublin Pub. Так что не пропустите. Ну а для тех, кто очень азартен и эмоционален, имеется специальное помещение под названием «Спортбар». Здесь специальная зона для людей, которые могут эмоционально посмотреть свой любимый вид спорта в компании друзей, в компании единомышленников, в компании тех, кого интересует спорт. Тем более мы каждую субботу проводим мероприятие, называется «Спортивный эксперт». Это когда либо профессиональный человек, который разбирается в спорте, либо новичок, который хотел бы более подробно разбираться в спорте. Мы показываем прямое событие в прямой трансляции на большом экране и рассказываем либо нюансы этого вида спорта, либо какие-то подробности о командах, статистику игры этих команд. И совместно просматриваем этот матч. Человек может даже сделать прогноз, как он предполагает, какой будет исход этого матча. И если он угадает, то получит приятный приз от Irish Dublin Pub. Кроме того, в спортивном баре имеется 5 телевизоров, где одновременно транслируются самые значимые события. Это особенно актуально для любителей футбола, которые смогут сразу смотреть все игры, например, английской премьер-лиги. Также в спортивном баре можно сыграть в русский бильярд, снукер и пул. И хотелось бы напомнить, что Irish Dublin Pub проводит праздничную лотерею в честь Дня Святого Валентина. До 13 февраля включительно приходите в паб, заказывайте именно блюдо на сумму не менее 10 евро и участвуйте в розыгрыше. Только на чеке укажите свои имя и номер телефона. Призы будут разыгрываться среди гостей, которые придут на праздничное мероприятие 14 февраля в Irish Dublin Pub. Подробная информация доступна в самом заведении. Вам об этом с удовольствием расскажет обслуживающий персонал. Irish Dublin Pub – это комплекс развлечений и отдыха, который включает в себя Дымонта Бинго, игровой зал и тотализатор, поэтому вход только лицам старше 18 лет. Настоящий, роскошный ирландский паб находится по адресу улица Вестура, 10, вход со стороны улицы Лач-Плэша.